Нам нужно пообщаться с резчиком. Окамидоно. Дева. А заодно приделать нашему протезу несколько новых игрушек. Модоттака. Оре ва юме нано ка? Соре томо макото ни атта кото нано ка? Сате на. Юме ка уцуцу ка? Ваши ни мо садака на кото ва вакаран. Хитоцу иеру но ва. Хотоке сама ва. Омаэ-сан но фуруи киёку о окоште кудасатте иру даке жа. Омаэ-сан га доу омои, доу обоэте ита ка. Субете ва соре шидай жа. Миру моно субете га тадашику окотта кото ка ва вакарану. Соу ю кото жа. Резчик нам не дал прямого ответа, что же это было, сон или реальность. Я считаю, что это перемещение назад в прошлое, которое позволяет нам вспомнить, что произошло 3 года назад в поместье Хирата. И также мы можем своими действиями в прошлом изменить и будущее. Это можно увидеть на торговце Аньяма. Если мы его убьем в прошлом, то он исчезнет в будущем. Ну и не только. Ну что ж, давайте установим встроенный топор. Инструмент для протеза на основе тяжелого топора Синоби расходует эмблемы духа. Мощь встроенного топора в его тяжести. Одним ударом такого оружия можно легко разбить в щепки деревянный щит и лишить врага концентрации. И также огненный клапан. Наносит мощный урон огнем на короткой дистанции и накладывает статус огонь. Гнев обладателей красный глаз нелегко усмирить силами одного человека, однако огня они страшатся больше всего остального. Это оружие заставит их трепетать. Соно шиноби гишу. Зуйбун то уде ни нажинде кита ё жа на. Омаэ-сан, коре о тотте окина. И резчик нам дарит некие тайные учения стиля протеза. Книга, в которой описаны техники применения протеза Синоби, дает возможность изучать навыки из раздела «Стиль протеза». Написана человеком, оставившим путь Синоби, но не сумевшим оставить свои изыскания. Он не ожидал, что выпадет случай передать эти техники кому-то еще. Ну, этот самый тот, кто не ожидал, и оставивший путь Синоби, это, конечно же, резчик. Это очевидно. お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は、忍び騎手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技など、もはや無用と思っておったが、わからんものよな。では、Теперь у нас появилось новое дерево навыков, связанное с протезом. Но в данный момент нам больше всего понадобится контратака Микири. Дает навык контратака Микири. Это умение Синоби позволяет защищаться от атак выпада и сильно снизить концентрацию противника, прижав оружие противника к земле ногой. Отреагировать на молниеносный выпад под силу лишь Синоби. И этот навык очень важен в этой игре, так как очень много сильных противников будут делать выпады. Новое обучение с бессмертным. Да, и теперь можно сходить к бессмертному и немного потренироваться. Сокумото ка. Соре гаши о цукай, катана но чюрен о цуму гай. Как можно видеть, у него появилось очень много новых обучений. До этого было всего 3. И давайте поучимся чему-то новому. Отражение серии атак. После одной отраженной атаки могут последовать новые. В бою можно отражать не только одну вражескую атаку, но и серию атак.
Этим вы сильно ослабите концентрацию противника. Нанесите 3 смертельных удара, отразив все атаки врага. И в этом уроке нас будет обучать, как отбивать спамы атак. Практически просто, также спамя кнопку блока. В этом нет ничего сложного. Этому очень легко научиться. Юки Татьяй Датта. Скараба Майлю. Жизнь и концентрация. Чем ниже запас жизни, тем медленнее восстанавливается концентрация. В бою с врагами с непомерно большим запасом концентрации следует использовать прием типа уклонения. Контратаки снижают запас жизни врага, замедляя восстановление концентрации. В общем, чем меньше жизни у противника, тем медленнее заполняется его строка концентрации. То же самое касается и нас. И если вы хотите очень быстро восполнить свою строку концентрации, если она у вас накопилась, то нужно, как ни странно, зажать блок. И когда вы держите блок, ваша строка концентрации будет восстанавливаться намного быстрее. И это, конечно, разительное отличие от Dark Souls. Там было наоборот. Там, если вы прикрывались постоянно щитом, у вас пробивался баланс, у вас тратилась выносливость. И если вы не отпускали щит, то выносливость восстанавливалась очень медленно. То есть здесь все наоборот. Нужно стоять в блоке, чтобы быстрее восстанавливать концентрацию. Отражение атаки выпада. Атаки выпада невозможно блокировать, но их можно отражать, а также уклоняться от них в сторону. Но после того, как у нас появилась вообще техника Микири, нам уже и отражать-то особо не надо. Нам нужно выпады парировать, но в данном случае мы просто получимся их отражать. То есть выпады блокировать нельзя. Они пробивают блок. Ну, по крайней мере, те выпады, когда появляется вот такой знак. Но их можно парировать, либо уклоняться от них. Это тоже вариант, достаточно неплохой. Но если вы хотите снимать страху концентрацию противнику быстрее, то нужно выпады именно парировать. Ну и сейчас мы научимся это делать в следующем обучении. Ну ладно, не в следующем, через одно. Сейчас мы поучимся отражать дуговые удары. Атаки по дуге нельзя блокировать или отразить, но можно перепрыгнуть. Если при этом ударить врага ногой в прыжке, он потеряет концентрацию нередко полностью. И эту технику я уже показывал на здоровяке. Когда он нас бил такими дуговыми ударами. Можно подпрыгнуть, нажать повторно клавишу прыжка, когда будет находиться над его головой, и тогда можно ударить его по голове ногой. И сделать эффектное добивание. И последнее обучение — это контратака Микири. Это как раз та контратака, которую мы только что выучили. Синоби может вовремя заметить атаку выпад и нейтрализовать ее, прижав ногой оружие противника к земле. Это эффективный и рискованный прием, сильно снижающий концентрацию врага.
И как я уже говорил, если нажимать просто уклонение, то главный герой будет делать выпад вперед. Это специально сделано для того, чтобы делать как раз вот эту чертову контратаку. Делается она очень просто. Если мы видим, что враг делает выпад вот с таким вот красным знаком, то просто нажимаем клавишу выпада, при этом не нажимая в сторону. То есть нужно бежать именно вперед на врага. И у нас появился новый свободный бой. Практика. Где нам нужно использовать все то, чему мы только что научились. Так, это была дуговая атака. Как вы можете заметить, боевая система в Sekiro достаточно разнообразна и интересна. И вам также очень эффективно ее придется применять, если хотите испытывать меньше проблем.良き立ち合いだった。切られて意味があるというのは存外に心地よいものだな。じゃがそこもと少しは加減してくれ。毎度糸を手かなわぬは。すまぬ。冗談じゃ。これからも存分に切るといい。 分かった。何だ。それがしの死なずも、そこもとの役に立ったのならば、意味があったのやもしれぬ。この社には、また来るがいい、そこもとの技の試し。 Ну что ж, теперь мы готовы всех лупить и кромсать. И давайте первым делом посетим лестницу смерти. Как поживает наш торговец? И сейчас будет стычка с мини-боссом, и нужно к этому как-то подготовиться. У нас есть 746 монет, и перед делом нужно их как-то засейвить. Например, купить несколько легких кошельков. Как можно видеть, все товары у торговцев в данный момент кончаются. Яна, Дана, Ашина но самура, сойдзи. Итак, нам нужен огненный клапан и несколько бутылочек с маслом. Разберемся с этим самураем. Здоровяк с красными глазами. У него также две строки жизни, но есть одно но. Можно одну строку жизни ему снять достаточно просто, если использовать леденец, гатиина и подкрасться к нему незаметно сзади. Теперь нам желательно лучше отбежать, потому что там наверху парень с копьем. Кинуть в него немножечко масла и поджечь. И пока он будет гореть, нанести ему побольше атак.
И атака с захватом. Охрененное обучение. Пока мне, похоже, этот здоровяк делает захват. Атаки с захватом нельзя отразить. Если вас схватили, серьезного урона уже не избежать. От вражеских атак с захватом можно уклониться отходом. Даже от самой мощной атаки не будет толку, если враг промахнется. И пока он горит, у него отнимается жизнь. Можно еще кинуть немного масла. Еще раз поджечь. Где-то порядка 5 атак. Парень достаточно медленный. Можно просто кружиться вокруг него. Еще раз кинуть у него масло. Уже горел. И он дает очередную бусину отчеток. А также навык лекарства Синоби первого уровня. Пассивный навык, усиливающий эффект лечебных предметов. Чтобы выжить, Синоби должен разбираться в медицине, ведь невозможно сражаться, не получая ран. Изучить эту технику можно лишь после многочисленных ранений в боях с сильными противниками. Вот как раз этот парень с копьем, против которого очень эффективно использовать технику Микири. И после того, как мы убили этого здоровяка, нам открылся путь дальше. Трубка полуночника. Бамбуковая трубка, через которую можно разглядывать отдаленные объекты. У Синоби и так хорошее зрение, но глядя через такую трубку, одним глазом Синоби может видеть еще дальше. Полуночники-ниндзя, охраняющие крыши замка Асина, зорко следят оттуда за неприятелем. Мало что ускользает от их взора. Ну и конечно же, и эта игра не обошлась без бинокля. Хоть и выглядит он здесь очень специфически. И, кстати, полуночников-ниндзя мы уже видели. Это такие парни все в перьях и смешных масках. И можно оценить через него обстановку. Там сверху сидит стукач, который очень зоркий и поднимает в случае чего тревогу. И здесь можно считать большое количество охранников. Как минимум я вижу 4, 1, еще 5, 6. И внизу мы можем увидеть здоровяка. Подобного мы уже побеждали, но этот немного посложнее. Опс. Я просто хотел убрать бинокль, я не хотел делать рывок. Окей, уберем масло. И здесь нам, наверное, пригодится леденец Гатиина. И здесь вот, как ни странно, вот так вот просто на виду лежит семечко тыквы. И глиняный осколок. И как мне кажется, глиняные осколки здесь не очень эффективны, как хотелось бы. Но зато их можно кидать из-за угла, привлекая внимание врагов. Также я все как-то хочу показать вам, как работает пригоршня пепла. Но в ней ничего особенного нет, она работает примерно так же, как и петарды.
Только эмблемы духа не тратит. И здесь у нас дверь, которая закрыта с другой стороны. Ну что ж, давайте попробуем зачистить эту локацию. Но перед этим съедим леденец Готина. Так как та тварь на крыше очень зоркая. И первым делом нужно вырезать именно ее. Снизу. Один ходит, патрулирует. Раз, два, три, трое стоят. Здесь за углом еще один. У меня кончилось действие леденца, и нужно быть осторожнее. Блин, жалко, что здесь тела нельзя таскать. Слепошарый самурай нас не заметил. Но это уже, как говорится, его проблемы. Я что-то заподозрил. А не, и не только он один. Тут у нас смельчак. Блин, какой шустрый. Не ожидал от него такой прыти. Давайте съедим таблетку. И поставим хлопушки. Опс, не так громко. Привет. Отстает, можно нанести ему еще пару ударов. Когда он меняет стойку, это ничего хорошего. Лучше кинуть у него сюрикен, пусть он лучше станет в обычную стойку. Стратегия против него практически такая же, как и в бою с первым. Единственное, что у него появилось пару новых приемов. Например, вот такой выпад, который он делает очень быстро. И на него проблематично отреагировать. Но все-таки можно. Но если у вас все в порядке с реакцией, то можете провести ему Микири. Оу, а вот от этого, конечно, нужно было пройти. Также, если у вас возникают с ним какие-то проблемы, то можете его поспамить петардой. Здесь у нас немножко железа. И это похоже на воронку от снаряда.
Только от какого-то очень здорового снаряда. Непонятно, что могло оставить такой огромный кратер. И давайте сначала сходим сюда. Здесь у нас божественные конфетти. Конфетти с благословением, позволяющим изгонять призраков. Изготавливается в ходе специальной церемонии с использованием почитаемых вод первоисточника. Подобно тому, как боги благословляют воды первоисточника, так и эти конфетти благословляют того, на кого они падают, делая призрачных врагов уязвимым к атакам. Очень полезные конфетти, которые на начальных порах очень тяжело достать. Объявление. Вернитесь, если вам дорога жизнь. Нельзя обезглавить безголового. Наши мечи и пики не дали результата. И это явное предостережение. Что не стоит сюда ходить. Но мы все-таки сгоняем на разведку. Попасть сюда не так просто, но если быть внимательным и заметить этот уступ, то можно сюда допрыгнуть. Леденец Гатина. И здесь у нас глубокая темная пещера. И когда наш главный герой попадает в темное место, у него как бы загораются зрачки. Прям как у Ведьмака. Возможно, это некая техника, которой обучается Синоби. И там внизу можно разглядеть некое тело с огромной проклятой катаной. Но, пожалуй, я пока воздержусь. Не стоит она того. Даже если вам удастся победить, это не даст вам ничего сверхполезного. А нам нужно подняться на самый верх. Я уж было испугался, кто меня впалил. Это всего лишь ящерицы. Они не доставляют особо проблем, но ничего полезного и не дают. И еще один леденец Гатиина. И отсюда можно разглядеть ту самую лестницу, где мы сражались со здоровяком, у которого были красные глаза. Здесь у нас несколько предметов, такие мы уже поднимали. Это та самая дверь, которая была заперта с другой стороны, и мы опять вернулись в исходную позицию. Но мы не отдыхали, и здесь никто не восстановился. Отсюда можно разглядеть уступ, на котором находится некое подобие памятников. И то место мы тоже посетим, но еще не скоро. И
по идее, вот он замок Асина, в который нам и нужно, но, к сожалению, мост опять сломан. И придется идти в обход. У нас притаилась ящерка. Дрожжи. И еще один идолрещик. Можно, конечно, сгонять в разрушенный храм и прокачать бутылочку с лекарством, но я не буду тратить на это время. Пока что она нам не сильно пригодится. И здесь можно почувствовать некое землетрясение. Использование крюка в полете. Тоже мне новость. Кто это у нас здесь? Какая красавица. Как вы уже могли тоже заметить, фромы очень любят змей. Так психовать. Интересно, что будет, если упасть сюда? Ни разу этого не делал, но похоже, здесь нечего делать. Блин, как теперь вернуться обратно? Руки мне не отдави. Лучше не показываться на глаза, как вы понимаете. Иначе будет очень больно. Но я еще каким-то чудом остался жив. Похоже, она решила присмотреться к нам поближе. Лучше нахер побыстрее полететь отсюда. Но самое главное, лучше обычным прыжком туда наверх не запрыгивать, иначе нахер. Она вас быстро сожжет. Сразу цепляться за ту ветку и текать наверх. Воу!
Но это я, конечно, погорячился. Ну, давайте почитаем, что мы теряем после смерти. Потеря при смерти. После смерти деньги и опыт, не потраченные на очки навыков, пропадают. Что пропало, то пропало. Как это избежать, никто не знает. Однако же, милостью богов или Будды, может случиться всякое. Но, к сожалению, не случилось. Но у нас не так было уж и много опыта и очков. Здесь можно очень сильно сократить. По идее, я змею уже прошел. Это был ее заключительный, можно сказать, удар. Просто я хотел немножко над ней поиздеваться. Поплевать ее во второй глаз. Типа, что она меня не может достать, но... Зараза, она меня все-таки достала. Здесь у нас растет вот такое вот интересное растение. С которого можно собрать щелкающее семечко. Семена хохлатки плотные. Если их раздавить, издают громкий щелчок. Он помогает разогнать морок. Если вы видите морок, значит кто-то его навел. Чтобы одолеть призраков и вернуться в реальный мир, нужно победить создателя морока. В этом могут быть весьма полезны щелкающие семечки. И это очень необычное место. На это указывает сразу несколько вещей. Во-первых, этот паланкин. Паланкин – это средство для передвижения в виде укрепленного на длинных шестах крытого кресла или ложа, переносимого носильщиками. Возможно, в этом паланкине сюда доставляли девушек для змеи. Почему именно девушек, мы узнаем чуток позже. Еще здесь на земле находятся вот такие вот пирамидки из камней. В буддизме эти пирамидки называются ладза или оша. Они могут быть как подношениями местным божествам, так и вместилищами душ паломников на время медитации. Также, если посмотреть на это дерево, то можно увидеть, что вокруг него обмотана веревка. Я погуглил и узнал, что эта веревка называется Сименава. Она сплетена из рисовой соломки, и этой веревкой в традиционной японской религии синто отмечали некое священное пространство. А синто или синтонизм является распространенной религией в Японии, наравне с буддизмом. А большинство верующих в Японии вообще причисляют себя сразу к обеим религиям. Также такими веревками обматывали деревья, которые считались священными, так как предполагалось, что в них живут духи, и вырубка этих деревьев принесет большое несчастье. И чтобы случайно их не вырубить, используются вот такие вот веревки, чтобы их пометить. И мы добрались до очередного форта. Здесь у нас леденец Ака. Огромный здоровяк, у которого, похоже, болит голова. И вроде как отсюда мы можем подслушать разговор. Но давайте сначала сходим в другое место. Здесь у нас есть очередной леденец и идол резчика. Можно видеть, как очередной карлик стоит и смотрит куда-то вниз. И к нему... Вау! Хотел сказать, и к нему не так просто подобраться.
если прыгнуть на камень, то, по идее, затем можно было сверху на него спрыгнуть. Ну ладно, придется убивать его так. Зараза, он меня успел отравить. Но зато мы можем прочитать про отрицательные статусы. Отрицательные статусы накладывают на вас ряд негативных эффектов в бою. Перед тем, как появляется статус, на экране отображается шкала сопротивления. Когда эта шкала заполняется полностью, на волка накладывается отрицательный статус. В игре есть предметы, как замедляющие заполнение этой шкалы, так и полностью снимающие отрицательный статус. И этот парень нам оставляет записку, часть списка трав. Страница, вырванная из травника Асина. Щелкающее семечко произрастает в ущельях и глубоких долинах. Жители опустившейся долины говорят, что в таких местах ищет себе невест великий змей. Та, кто пожелает стать его невестой, должна войти в брюхо змея в долине. И этот текст еще раз может подтверждать тот факт, что в Паланкине приносили невест для змея. Возможно, это была некая форма жертвоприношения. Стоп, у меня почти кончилось здоровье. Что делал дальше с этими девушками змей, остается загадкой. Скорее всего, он их ел. Но так как игру делали японцы, тут можно ожидать чего угодно. А в наше время вообще даже нельзя быть уверенным, что ему приносили только девушек, а не мужиков. Этот карлик смотрел вниз, именно туда, где находится Паланкин. Похоже, ему нравилось наблюдать, как развлекается внизу змея. Отсюда можно также увидеть дерево, обмотанное веревками. Попробуем все-таки с этой стороны. Здесь у нас ходит копейщик. Ну давай, подойди поближе. Так. Так, стоп. Не так. Так, ну и ладно, у этого парня болит голова. Можно этим воспользоваться и снять часового. Мне кажется, впалили. Не очень сильно, конечно, но что-то явно заподозрили. Ну и рожа у тебя шарапов, конечно. Тяжелый кошелек. И шар богатства, отлично. Миро. Отемо не норосин. Эй. Миро. Отемо не норосин агаттору. Гёбу самака. А, масани они гёбу. Ано оката га ореба, Асина мо мада мада антай ё. Похоже, что демон Гёбу где-то рядом. Сначала снимем стрелка. Попробуем кинуть на него пригоршню пепла. Лови.
Здесь у нас всего лишь глиняный осколок. Так, и нам осталось еще сходить наверх. Кокаге, кавайсона ора но умако ё. Яцра, бакчку нанзо де одокаши ётте. Синчиматта, синчиматта ё. Ну и это очередной жирный намек на то, что лошади, как и все животные, очень сильно боятся петард. Здесь у нас дверь, которая, опять же, закрыта с другой стороны. Пробудить очередное видение. Хитотаби ва сиризокета, найф на гун ва амари ни кёдай да. Соре юэ ва гачи о. 誘引の力を利用するというのですか。いかに力を得るとて、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるなら、私は人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常の術では、アシナは守れぬのだ。私は健一郎殿ほど強くはなれません。 И здесь мы могли услышать очень важный лор. Мы узнаем истинные причины, зачем Генитира нужен этот божественный ребенок. Он хочет получить его кровь, чтобы стать бессмертным. Так как клан Асина уже слишком слаб, чтобы отражать атаки некого министерства. Но войска министерства это, я так понимаю, некие федеральные войска. Изначально из заставки мы могли понять, что эта игра проходит в момент окончания периода Сенгоку. И если немножко погуглить, что такое вообще период Сенгоку, то в общих словах это период гражданских войн в Японии, передел земель и власти. Это был период, когда власть была децентрализирована, и различными землями в Японии управляли отдельные кланы. Но теперь, похоже, войска министерства хотят конкретно подмять под себя эти земли. По идее, сейчас можно идти и убивать Гёбу. Но перед началом можно еще немного подготовиться. Во-первых, прокачать флягу с лекарством. Дева. Мата. А во-вторых, у нас на данный момент есть три бусины отчеток. И перед тем, как идти к Гёбу, я все-таки рекомендую добыть четвертую бусину, но для этого нам нужно снова вернуться в воспоминания трехлетней давности, а именно в поместье Хирата.